Всем привет! Сегодня мы в Солнечном берегу. Вот пиво Лев 90, Биг Бир. Идем на площадь показать, какая вообще атмосфера, сколько людей. Сегодня жарко, солнышко. Будет кадры с дрона. Вы увидите, сколько купается людей. Видите состояние моря. Так, что-то мы попали не вовремя. Много машин. Вон там паровозик. Пошли обходить. Там же цены спрашивал. Ставь на стоп. Вот самокаты. 15 минут 15 лев, 30 минут 20 лев, час 30 лев. Вот такие. Находятся они вот возле Кубани. Летняя терраса. Вот прикольное местечко, в пальмах сидите. Вот также пиво 2,90 и 2,40 драфт. Вот столики прикольные. Много игрушек, зонты, солнцезащита, шляпы. Вот обменник кто-то спрашивал в Солнечном берегу. Change. Вот курс. Так что можете посмотреть, какая валюта нужна. И вот также напротив change желтенький. Также можно подойти. Тату вот такое. Еще больше кафе пооткрывалось. Ветер сейчас даже в тему, потому что очень жарко. Оставлю вам цены, где можно прийти, поужинать, пообедать. Вот такие самокаты также. Вот стоимость, как и в тех. Вот уже исполняют, показывают пример. Есть меню на улице у многих кафе, где вы можете рассмотреть. Очки есть солнцезащитные. Бургер Кинг. О, Орео, прикольно. Временные тату. Также есть временные. Есть аптека. Даже. Вот много людей сидит, ужинает. Ой, точнее, обедает. У меня уже ужин. Вот еще один ченч. Обменников много. В принципе, там они... Лучше менять евро, потому что евро к левым. У них один к одному там постоянно. А вот именно доллары, может быть разница, также другая валюта. Сейчас пойдем к морю. Вот там дорога на колесо, пицца. Аттракционы. Там, кстати, американские горы, горки справа. Вам демсик. Прикольный.
От... А, давай. Один, надо, чтобы... Ой, там этот... Блин, телефон сбила. Парашют. Но отсюда не сильно видно. Цена на массаж. Цена на зонтики, шезлонги. По 9 лев. Зонтик и шезлон. Шезлонгов очень много. Так же, как и зонтиков. И с той стороны тоже. Вон там люди на мосту. А где ты думаешь водное такси? На парковку. Пошли посмотрим. Вот так красивый этот. Такой яркий, сейчас покажу. Хорошо. Где он? Вот так плохо видно. О, стой, стой, стой. Кто-то говорил, мало людей. Вот. Вот, смотрите, сколько их. Их совсем немало. Ну, как бы еще не июль, в июле будет больше. Сейчас пойдем водное такси узнавать. Потому что интересно нам покататься. Вот тоже люди купаются. Просто в таком формате их не сильно видно сейчас. Вот. Маленькие. Вот. Парашют. Можно тоже покататься. Круто полетать. А вот и водное такси. Ой. Тут такие дырки. Как скромно. Капец. Вот это водное такси. Сейчас посмотрим. Стоимость 15 и 10 лев. Ой. Что тут вообще? 20 минут. А ну сфоткай, потом если что. Вот маршрут. Взрослый, детский 10 лев стоит. Вот маршрут. С 10 до 10 ходят. По 20 минут. Вот так оно выглядит, это такси водяное. Солнечного и север ест. На полуостров. Круто, кстати. В принципе, 15 лев это нормально для взрослого. 10 для маленького ребенка. Смотрите осторожно, если широкие, можно спотыкнуться. Спасательный круг. По поводу, кто еще до сих пор думает, приезжать или не приезжать, приезжайте. Море чистое, уже вода теплее, чем была. Была вообще холодная, вчера уже вообще купались тепленькая. Так что уже можно. Ничего тут не плавает, ни коров, ничего, как это писали. Все хорошо. Ничем не воняет, диваны не плавают, камыши не плавают у нас. Мы каждый день следим за этим, часто ходим. Если бы что-то увидели, уже давно показали вам. Что можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей, что вообще на отдыхе творится. Ставьте лайки, перейдем к кадрам с дрона.